Париж в шаговой доступности. Чтобы встретить закат на фоне Эйфелевой башни, не обязательно рубить окно в Европу. Достаточно только следовать за белым кроликом. Лягушачьих лапок здесь не подают, а во всем остальном – настоящий Париж. Французские косички в России не плел только ленивый. Может быть, поэтому и языкового барьера не возникает. Чтобы почувствовать себя парижанкой на один вечер, не обязательно учить французский. Все в тематику, все в тему. Это и вино, это и красивые девушки, пусть не француженки, но они лучше француженок, поверьте. Ресторану «Зайца» исполнилось 4 года. Название свое оправдывает. Фирменное блюдо из зайчатины может попробовать любой желающий. Отметить именины приехали самые близкие люди, говорят организаторы. Все гости – это наши партнеры, многочисленные друзья и посетители нашего ресторана постоянные, которые не изменяют ресторан, которые любят ресторан «Зайца». Кульминацией вечера стал зажигательный парижский канкан. В 19 веке его танцевали одиночные танцовщицы. Позже стал исполнять кардебалет, и энергичный танец превратился в настоящее шоу. Евгения Белова, Артем Сулайманов, ГИС «События».